Пешеходы Выборги, по-видимому, считают, что у них 9 жизней, как у кошки. Иначе чем еще можно объяснить их безответственное поведение на дороге, недоумевают сотрудники местного отдела ГИБДД. Люди отважно переходят проезжую часть в неположенных местах, зачастую прямо перед движущимся транспортом. Очевидно, полагая, что водитель может остановить машину мгновенно. За свое безрассудство пешеходам приходится платить. Только за 9 месяцев текущего года выявлено около 2200 допущенных ими нарушений. И хорошо, если речь идет только о штрафе, ведь порой дело заканчивается тяжелыми травмами и даже смертью человека. Перебегают дорогу в неположенном месте, отвлекаются на посторонние вещи при переходе дороги, в результате чего попадают в дорожно-транспортные происшествия. Так, по итогам 9 месяцев на территории Выборга и Выборгского района произошло 17 дорожно-транспортных происшествий по вине пешеходов. И уже за октябрь этого года произошло 5 ДТП с участием пешеходов, 4 из которых по их собственной вине. Свою лепту в увеличение числа ДТП с участием пешеходов вносят и водители. Напомнить им о том, как следует вести себя на дороге, взялись юные инспекторы движения из 12-й школы. Вместе с сотрудниками ГИБДД они провели акцию «Письмо водителю». Мы бы хотели вручить вам письмо и сказать, будьте, пожалуйста, аккуратны на дорогах. Спасибо, дети, спасибо. У меня ж трое таких, как вы. Как я без этого? Спасибо, дорогие. Спасибо вам всем. Всем удачи. Спасибо. Авторы писем просили водителей быть предельно внимательными в зоне пешеходных переходов и вблизи школ и детских садов, особенно в темное время суток. По мере приближения к ним снижать скорость, притормаживать, если остановились другие транспортные средства, пропустить людей и только после этого продолжать движение. А напоследок напомнили прописные истины и для пешеходов. Пешеход обязан двигаться по тротуарам, либо пешеходным дорожкам, при их отсутствии по обочинам. При движении по обочинам и краям проезжей части пешеходам рекомендовано использовать световозвращающие элементы, особенно если это касается несовершеннолетних детей. Соблюдение этих простых правил поможет уменьшить вероятность аварийных ситуаций на дорогах города Выборга. Акция «Письмо водителю» в Выборгском районе продолжается.